Из Екатеринбурга с наградами коллектив «Крейзи» Дворца культуры «Мечта» в минувшие выходные принял участие в международном фестивале-конкурсе хореографических коллективов и исполнителей «Танец как жизнь». Итогами поездки они поделились с нашей съемочной группой. Постоянные репетиции, движения, отточенные до автоматизма. Конкурсский коллектив «Крейзи» существует уже более 20 лет. Среди выпускниц сотни девчонок, которые идут по жизни с правильной осанкой и гордо поднятой головой. В прошлом году коллектив получил звание театра моды и пластики. А в минувшие выходные в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Девчонки приняли участие в 126-м международном фестивале-конкурсе хореографических коллективов и исполнителей «Танец как жизнь», который проходил в рамках творческого проекта «Адмирал Балтийская звезда» в Екатеринбурге. Мы с 9 утра были уже на конкурсной площадке и вышли мы оттуда где-то около 10 часов вечера, потому что целый день начиная с репетиций, прогонов, самого конкурсного дня, потому что он длился 2 отделения, потом само выступление, гала-концерт, в котором мы тоже приняли участие, и само награждение. Конкурский коллектив представил на суд жюри 6 коллекций. Профессионалы высоко оценили его творчество, отметив гармоничное сочетание костюмов, музыки и танцев. Больше всего запомнилась закулисная жизнь, как мы подготавливались к конкурсу, вся эта суета, суматоха, красивое выступление других участников, есть чему учиться, и так вдохновлялись музыкой и атмосферой. В итоге копилка титулованного коллектива пополнилась сразу 3 дипломами лауреатов. Передохнув пару дней, «Крейзи» снова приступили к репетициям. Ведь впереди насыщенный выступлениями и новыми поездками год.